Ладно, мне майка вся, но я есть готова. Всем привет, друзья, не знаю, как это. Вот, наверное, жарко может быть, но на улице тучки. Так, у нас плитка сломалась, я готовлю сейчас на печке. У меня 2500 отложено, я тратить не хочу их. Вот, потому что если возьмешь оттуда, то потом дотратишь там уже до конца, да. Если ты начинаешь откладывать, то не натрогать. Вот, поэтому на плитку, может, как-нибудь там по 10 рублей буду откладывать отдельно. Вот. Сижу, украшаю тихонечко. Поэтому на плитку буду... Ну, на печке готовлю, а что мне делать? Вот растопил сегодня, посуду помыл, воду погрела. Это, я показал, я там казан целый наготовил, гороховый суп. Сейчас, может, покажу. Вот. Гороховый суп с косточкой. Потом туда картошки чуть-чуть. Правда, картошку не стала чистить, прямо в шкурках она мелкая, я ее тщательно промыла. Вот она, шкурка там такая нежная. Хочешь, чищай, она проварилась, хочешь, как говорится. Я не знаю, я прям с майонезом, с сосисками, с сыром целую чашку съела, Эмиль тоже. Понравилось тебе суп? Да, есть сосиски с сыром, а есть сыр с сосисками. Я без шуток, у нас продается сыр с сосисками. Сыр с сосисками? Да. Ты что, серьезно? Я в шоке. Чё так не придумают? Сыр с сосисками. Такими, ну, мясными уже, настоящими, говяжьими. Интересно, сейчас на речке купаются, Милюша? Нет. Уже не купаются? Нет. А чё ты так прям, нет, испугался? Я не испугалась, ничего, чё ты несёшь-то? Я думал, ты, может, это, боишься, на речку не ходишь? Нет. Может, как-нибудь на речку? Там не окунь никого сейчас. Что-нибудь покрутит, да? У повиска. Кто? Никого нету, правда? Да. Кто тебя покрутит-то? Если там никого нет. Ты сегодня пойдешь туда доделать увидеть? Да. Много там еще работы? Ну, эти бревна только все. Вдвоем с ним? Да. Один не поднимет. Я не собираюсь. Надеюсь, никто не спешит, кто если смотрит. Если кто-то спешит, то перемотает. Или ускорение. Или ускорение, да. Часов просмотров у меня там все равно дофига. Мне просто подписчиков не хватает. Часов просмотров у меня уже там, по-моему, много, да, Эмилюш? Какой много? Тебе еще нету там 4000. А сколько у меня? 3800, что ли, еще. 200 часов не хватает. Ты тоже много. М? Да я не стремлюсь никаким там этим 5000. Сколько там? 3000? 1000? Сколько там получается YouTube с этого? Сколько там? Смотря сколько у тебя просмотров. Там ж по-разному, смотря какая спонсорка. Как это так, смотря какая спонсорка? Какая у тебя спонсорка? Какие у тебя просмотры? Сколько комментариев всего? Это же там все зависит. Что, комментарии, что ли? Да. Комментарии продвигают видео. Ты что, серьезно? Мне кажется, от них ничего такого. Нет, как раз продвигают. Статистика же растет. Да и некуда уже лепить-то. Куда ты лепишь-то?
куда лепит. По одной бы час отрывать. Ты спешишь? Нет. Ну, поговорим о чем-нибудь хорошем. Я мечтаю уехать из этого города. Ты чего, если мне от Мичунска не нравится? Ничего. Я хочу отдельно жить. А что такое? Я просто говорю. Здесь все свои? Да. Ты привык к этому городу? Конечно, я тут всех знаю уже. Я тут и всех и знаю, и все. Ты бы не решился на переезд? Нет. Почему? Я как ты есть на одном месте, на одном месте. Жить всю жизнь на одном месте? Не знаю, об этом нечестно говорить. А я хочу сейчас поговорить. Почему именно после 18? Потому что. От 18. Ты имеешь в виду дороговизну жизни? Конечно. Если переезжать, то это мне надо сразу же куда-то на работу устраиваться. Куда ты лепишь-то все? Хватит уже. Куда ты лепишь? Как люди любят, так и леплю. Любит больно, много украшений. Даже Матрон просит украшать. Ты видишь, как люди просят, так я и делаю. Чем больше украшений, тем прям любят страсти как. Аль не так? Так ведь? У меня вот прям мечта из города в город ездить. Я такая, Эмиль. Не. Там пожить. Нет, если и жить, то на одном месте. Это что-то куда-то туда-сюда ездить. Туды-сунды, да? Мам, это уже тоже, извини, бред какой-то. Одно и то же. А вот как вот, я вот иногда вот смотрю на людей, вышел человек, он всю жизнь вот прожил, к примеру, в одном и том же месте. Снимай меня. Вот, уже состарился. Блин, он даже вообще ничего не видел в жизни. Не, я не люблю эти... Нет, путешествовать надо, но не... Это не прямо там месяц там пожил, месяц там пожить. Я не говорю, что месяц. Я не сказал месяц. Ну там надо раз в год куда-нибудь ездить. Ну, не... Все равно... Раз в год, да, вот раз в год. Куда-нибудь там, просто как отдохнуть. Но опять-таки же надо на одном месте где-то жить. А почему бы не жить в разных местах? Нет. Вот. Не надо так реагировать бурно. Включи. Там разожгу меня устроить. Я уже включил. Это я хотел сказать семистрельного, кто-то раз спрашивал. Такой икон никогда не слышу. Вот. Это. От семи бед она. Семь стрел. Она при входе в дом часто устанавливает. Иконы вообще-то старинные, как так ни разу не народная считается. Казанская, да. Господь. Казанская, семистрельная, так никогда не слышали.
Да все, хватит уже, мам. Все, хватит. Ну ладно, все, еще капельчику, все. Лепит, куда это еще? Сейчас уберу. Ты еще и в рамку находишь. А куда еще? На видео я имею в виду. Ну ничего здесь такого. Нет, я просто говорю. Вот. Стекло не выколи. Так тороплюсь, ты же мне нервы трепишь каждый день. По 140 раз. Ты же здесь прям вот опаздываешь куда-то играть скорее. А, я же играю, сижу, я забыл. Ну давай побреешься для удовольствия. Иди. Я не играю в последнее время вообще. Вроде бы сквозняк, и окно открыто, и форчик. А когда печку топишь, ну, готовишь еду, а суп гороховый долго варить, он томится. Тихо, не так. Остык. На, подержи. Да ладно, все, закрой, не надо так сильно. Не надо, да, что ты делаешь-то? Их не так закрывать. Ты камеру вообще держал, как у тебя, по-моему, не снимал? Снимался. Их надо, вот. Вот ты видишь, как закрываешь, потом ломается. Вот. Вот. Хорошо. Жди. Жди.